Аллилуйя! Слава Господу Иисусу Христу! Приветствую вас, драгоценные мои! Любовью Господа Иисуса приветствую всех жителей дома веры, приветствую всех телезрителей канала CNL, приветствую всех, 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 люблю, ценю и благословляю. Сегодня день Воскресный, день славы Господней, день, когда мы славим Иисуса Христа. День, когда мы Господу воздаем всю хвалу, всю честь, всю благодарность. Аминь, аминь, аминь. Не правда ли прекрасный день, чтобы прославить царя царей? Итак, присоединяйтесь к вашим экранам, к нам присоединяйтесь. Если вы смотрите нас через спутник, вы можете пройти на домверы.ру. Пройдите, пожалуйста, на домверы.ру, и вы сможете мне оставлять сообщения. И мне уже сыплются сообщения наших постоянных, постоянных прихожан. Давайте посмотрим, кто что там пишет мне. Сейчас я переключусь. Отлично. Ой, сколько идет сообщений. Аллилуйя, слава Господу. Так, кто еще у меня есть? Слава из Сарани. Тебе тоже мир. Татьяна из Риги, мир тебе. Приветствую вас. Яна с Москвы. Пусть Бог благословит вас. Ольга из Караганды. Дмитрий Жданов, приветствую вас. Инесса из Бишкуля, мир вам. Всем-всем-всем мир и благодать, и благословение. Слава Господу! Слава Господу за то, что вы с нами. Я вижу вас, вижу ваши сообщения. Приглашайте ваших друзей к этому эфиру. Будем вместе славить Господа Иисуса Христа. Будем вместе поклоняться Ему. Сегодня у меня важная тема. Тема «Как быть успешным в Боге?» «Как быть успешным в отношениях с Богом?» «Как быть успешным в жизни?» «Откуда приходит успех и с чем его едят?» Мы говорили, с вами начали говорить об успехе. Успех христианской жизни. Что такое успех христианской жизни? Он состоит из многих граней. Это многогранный вообще вопрос, проект. И это не, не просто вот нажми на одну кнопку и все. Это что такое успех у дерева? Ну, первый успех для дерева, попал, чтобы семя попало в землю зернышко попало в землю. Второй успех дерева, чтобы зернышко умерло и начало давать корень. Третий успех, чтобы зернышко выросло и чтобы его никто не растоптал. Четвертый успех, чтобы зерныш, ствол поднялся и чтобы ветки, плоды набрались. Пятый успех, чтобы процветание началось, цветочки пошли, вот так начали вылазить цветочки на дереве. Шестой успех, чтобы эти цветочки были опылены. Седьмой успех, чтобы выросли плоды Восьмой успех, чтобы их не сожрали черви Вот вы знаете Вообще составляющих такое количество Составляющих у успеха То есть вы можете видеть Что успех состоит из ну, Множества граней Быть успешным Это в свое время пасть в землю В свое время умереть и прорасти В свое время зацвести В свое время Чтобы все было в свое время Успех оказаться в своем времени и в прошлый раз мы сделали первый шаг. Определили, что есть самый лучший и важный успех. С чего начинается христианская жизнь? У меня вопрос к каждому из вас, если возможно, сейчас даже прочитаю, что люди пишут. С чего, вопрос такой, с чего начинается успех христианской жизни? Я вот обращаюсь сейчас к вам, включаемся на чат, смотрим, что тут у нас пишут люди. Так, Лариса Бершева, аминь. Елена говорит, слава Богу. Так, скажите мне, в прошлый раз проходили, что такое успех? Наш успех, Господи, Ольга говорит. В пятницу мы говорили, друзья мои. Яна Сафонова, так, кто-нибудь, скажите мне, что за успех? Любви к Богу, правильно Светлана пишет. Наш успех – это любовь к Богу. Аминь, аминь, аминь. Послушайте конечно же фундаментальная истина фундаментальная истина фундаментальная с этого начинается все с этого начинается все то есть первая заповедь возлюби господа бога хочешь быть успешным я спрашиваю тебя пан -дан. хочешь быть успешным начни отношения возлюби господа бога всем сердцем твоим всем разумением твоим, всей крепостью твоей, всем естеством, всей сущностью твоей. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби его. О, скажи Господь, я люблю тебя, я поклоняюсь тебе. Возлюби Господа Бога всем, всем, что есть внутри тебя. Возлюбить Господа Бога ⁇ это, это фундаментальная истина. С этого начинается все. Не просто сказать, да я ж хожу в церковь, не-не-не, ты ходишь, молодец. Купи себе бублик, съешь его. Это не, не вопрос, ходишь ли ты в церковь. Ну я же там молюсь, это не этот вопрос. Возлюбить Господа Бога всем сердцем это соединиться с Ним, отождествиться с Ним, состыковаться с Ним, стать с Ним одним естеством, сущностью, отождествиться с Господом. Вот это самое важное. С этого начинается вся христианская жизнь. С этого начинается все. Любишь ли ты Господа? Если Бог в твоей жизни, обитает ли Господь в твоем сердце, общаешься ли ты с Ним? И мы говорили с вами очень много о формализме и религиозности, такой люди, которые: о, знаешь, вот все, у меня вроде, вроде я Бога люблю, я в церковь вхожу. Нет, мы сейчас не про это говорим. Мы не говорим про формальное, мы говорим про настоящие отношения, про любовь. Про любовь с Богом. Мы говорим про настоящую, живую, вечную любовь к Божию. Любишь ли ты меня? спросил Иисус Христос, апостола. Любишь ли ты меня? Ну, конечно, Господь, кто тебя не любит, тебя все любят. Не, 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 нет! Ну, ты такой хороший. Я люблю Бога. Это в первую очередь. Самая фундаментальная и важная истина. У меня есть отношения с моим Богом. С моим Богом. У меня есть отношения. Я живу с Ним, дружу с Ним, я обитаю с Ним, я, я в Боге, я дорожу всем, что есть во мне. Тем, что Бог во мне. Я дорожу этим. Я, для меня это самое важное. Итак, дорогие мои, с этого начинается. Второй пункт. Ну что ж, давайте теперь подумаем, какой второй пункт. Я спрашиваю вас, дорогие зрители, там на доме веры. А, скажите мне, а второй пункт какой? Если первый возлюбить Господа Бога, давайте я сейчас переключусь сюда на чат. Переключаемся на чат, смотрим, что пишет Евгений из Кишинева: говорит аминь. Инесса говорит аминь. Белла, а дальше говорит, а дальше возлюбить ближнего своего Белла Процка а, из Казахстана энергетический. Молодец, сестра. Правильно говоришь? Дмитрий Жданов. Так, кто еще здесь? Люби Господа. Так, слава, аминь говорит. Кто-нибудь, ну правильно вы говорите, возлюбить ближнего своего. Аминь, Георгий, знальчика. Возлюбить близких. Это вот, вот второй пункт. Послушайте, вот второй пункт. Возлюбить ближнего своего. Другими словами, второй важнейший пункт ⁇ любовь к ближнему. То есть мы берем... И говорим, любим Бога, любить ближнего. Я нахожу любить ближнего труднее, чем любить Бога. Вы знаете, вот конечно я Бога люблю, да, и ближних тоже должен любить, но я нахожу любить э, ближних гораздо труднее. Как их любить? Любить ближних. Это вообще непростая тема. Многие спотыкаются на этой теме. Говорят, ладно, Бога-то люблю, а как этих любить? Вот их что, любить надо, что ли, всех? Ну, посмотри же, что, за что их любить? Вот в том-то и дело, любят-то не за что-то, а просто так. Любовь без условий, безусловная любовь. Любовь просто, любовь существует. Я просто люблю Господа. Это моя жизнь, это, мой, это мое естество, это Бог, Бог со мной. Я просто люблю Его. Вот это, наверное, самое важное – любить ближнего. Когда мы говорим о любви ближнем, знаете, большинство наших раздражений, несогласий, нестыковок, неуверенностей, трудностей, большинство проблем в нашей жизни возникает по причине того, что мы не имеем близких отношений с теми людьми, кто рядом с нами. Мы хотим чтобы многие говорят, если ты будешь послушным, я тебе дам конфетку. Ты любишь мамочку? И ребенок стоит на конфету, смотрит, говорит, конечно, люблю. И мама съедает конфету да? А, мы часто хотим, чтобы у нас любовь была такая а, что-то за что-то. Настоящая любовь Божия она не что-то за что-то. Не баш на баш. А ты мне 50-50, да? там все выигрывают. Win-win. Нет, мы говорим сейчас о ситуации, когда любовь без условий, без принципов, без каких-либо просто любовь, а, любовь к людям ближним. А кто мне ближний? А тот, с кем ты находишься рядом, тот тебе ближний. Вот сейчас я тебе ближний, я рядом с тобой нахожусь. Повернись к соседу, и вот он тебе ближний. Выйди на улицу, видишь, человек идет мимо тебе, твоего дома, он тебе ближний. Любовь, любовь к ближнему. Это не любовь через конфету. Я люблю конфету, поэтому люблю тебя, поэтому я люблю, поэтому меня люблю. Нет, я тебя, от тебя что-то получу, поэтому... Любовь – это выбор, это решение. Любовь – это решение, которое ты принимаешь. Многие говорят о влюбчивости, о влюбленности, о как о романтизме. Ой, она такая классная, они такие классные. А если они не классные? А если она у нее ноги отвалились, голова не думает и злая и и, и сварливая? Что тебе? Все, не люблю, да? До свидания. Ой, не, не люблю тебя. Все, все, ты что? Любовь прошла, завяли помидоры. Вот так что ли? Настоящая любовь. Значит, когда кто-то приходит ко мне, все, у нас любовь кончилась. Я говорю, как это кончилась любовь? Как это вот она взяла и кончилась? Это как все равно, что ну, у нас кончилось, свет кончился, ну, солнце перестало светить, или у нас кончился, у нас кончился воздух. Но ну, воздух не кончается, он регенерируется, восстанавливается, а углекислый газ поглощается. Вот, при, вот послушайте, любовь это не когда ты а, Чувствуешь? Я чувствую, я так влюблена, я так люблю. Нет, 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 это не любовь, это влюбчивость. Между любовью и влюбчивостью есть огромная, огромная разница. Послушайте, огромная разница между любовью и влюбчивостью. Настолько огромная. Многие люди путают влюбленность. Ну, Тебе кто-то нравится, тебе кто-то симпатичен, тебе что-то нравится. Сегодня ты мне симпатичен, завтра не очень, потому что ты состарился, облысел а, и все. Ты, ты уже не симпатичный. Вот. Но, но это не значит, что я перестал любить тебя. А может быть романтизм прошел, может быть вот это прошло, вот этот воспетый Голливудом и а, Шекспиром Ромео и Джульетта, вот это, а -а -а! вот это. Это не любовь, люди. послушайте меня, это не есть любовь. Я люблю, а, ты такой хороший. Я не думаю, что Иисус вот так смотрит на нас с небес. О, я как вас люблю, чухня. Как можно любить людей, которые живут во грехе, в мерзости, в проклятии, в нечистотах и говорить, какой я тебя что, что любить тебе? Что? Не нравится чай. Но я не люблю чай. Я люблю мою жену. Я люблю моих детей. Хотя дети мне иногда хотелось бы так ему по пятое число дать. вот, Но я люблю их. Любовь, знаете, любовь, она практична. Многие говорят, я люблю тебя. И ничего ты по дому не делаешь. Какая-то любовь. Ты просто житель в доме. Ты просто, ты вообще, это не любовь, вообще это не любовь, это какая-то ерунда. Любовь, она делает, она делает все, что может. Любовь, она, ну, она открыта, она служит, она помогает, она участвует. Любовь это выбор. Вы знаете, я зарос волосами, вот меня Полина подстригла, доченька моя все, она третий раз в жизни стригла, <laughs> вернее, второй раз в жизни стригла. И вот это первый раз она меня тоже стригла. И знаете, она уже научилась. Она потом подстригла своего мужа, Леху подстригла, потом подстригла моего отца. И, короче, она уже, она уже всех начинает стричь, и как бы у нее начинает получаться. И я как бы очень рад, что Полинка молодец, научилась стричься. Моя школа, я первый ее научил. Вот. Сам я не умею, сам один раз только стриг. Вот. Поэтому, когда мы говорим о любви, любовь это не э, влюбленность, это не конфетная любовь. Есть конфетная любовь, есть влюбленность. То есть ты, ты любишь, ты мне нравится, какая девушка хорошая, как она, я влюбился в нее, я хочу на ней жениться. Все, тебе нравится девушка, да? Ты влюбился в девушку, хорошо. А теперь эта девушка состарилась, выпали зубы, волосы вылезли, глаза наружу, и она... И что, ты любишь ее дальше? Любовь – это выбор. Любовь – это решение. Любить ближнего – это решение. Когда мы говорим о любви к жене, я люблю мою жену, это выбор. У меня жена самая молодая. Нет, не самая молодая. Если симпатичные девушки молодые, конечно, балом много симпатичных девушек молодых. А, ну что, неужели нет лучших? Да, конечно, модели, вот они по упаковке, много упаковок таких успешных. Любовь – это выбор. Я выбрал мою жену, я выбрал любить ее, и это до конца жизни. Что бы ни случилось с ней, что бы ни случилось со мной, это выбор. Если что-то случится, я дал ей обещание, я дал клятву, я, 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 я служу ей, и она служит мне, у нас есть любовь, настоящая любовь. Это не. Конечно, эмоции есть. Конечно же, мне нравится она и по упаковке, и по всему. Мне нравится, сколько она тепла издает. И мне нравится ночью греться рядом с ней, прижиматься к ней, согреваясь в холодные морозные вечера. Но когда мы говорим о любви, любовь. Это больше настоящая любви. Это, это не влюбленность, это решение, выбор это выбор, сделанный однажды. Бог выбрал нас любить. За что? Что ты там сидишь в навозе и, и там, знаешь, навоз вот так стираешь? Да, меня Господь любит, размазывая дерьмецо по своему телу. Ты жил в дерьмеце, и Господь возлюбил, ибо так возлюбил Бог мир. За что Он возлюбил? Да ни за что. Вот там-то и весь, весь вся фишка: Любовь ни за что. То есть, когда мы говорим о любви, агапы, божественной любви, любви односторонней, она просто выходит. Что хорошего? Добрый самарянин из притчу помните. И когда, когда мы смотрим на этого доброго самарянина, он просто идет и подбирает этого избитого, который шел из Иерусалима в Иерихон, который, который, у которого своя жизнь, у которого своя тема, он пошел и служил ему, спустился, поднял его, полечил, там, отвез в гостиницу, положил, там, заплатил за его пребывание, там, ну просто потрясающе. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это любовь, вот это ближний, Хотя мимо проходило много людей, один пастор прошел, он на проповедь спешил, прославитель прошел, левит, ему нужно было на прославление, он торопился, сейчас прославление начнется, ему нужно успеть, но прошел какой-то язычник, самарянин, и он оказался больше в любви, чем все остальные, кто прошли мимо. Потрясающе. Вы понимаете? Давайте посмотрим, что у нас пишут люди. Так. Белла пишет, любовь приносит ближнему радость. Аминь. Шалом, шалом, пишут люди. Лариса всем шалом, пишет Израиля. Так, по теме, ребята, давайте по теме. Иногда переговор. У Бога есть любовь. И у вас есть любовь, потому что кто от Бога, тот любит, как Бог. Аминь. Истинная любовь. А, так, что-то у меня ушло. Так быстро все, все летит. Вы знаете, когда мы говорим о, о любви, любовь это что-то потрясающее. Коринфянам 13 глава подсказывает. Конечно же, Коринфянам 13 глава. Когда мы говорим о любви, любовь. Ну, давайте откроем. 1 Коринфянам 13 главу. Будьте любезны, откройте вместе со мной. Вы знаете, когда мы говорим о настоящей любви, эта это, это настоящая любовь она, она не влюбленность и не а, какие-то там эмоции, сопли живет. Ой, я люблю тебя! Настоящая любовь это вот смотрим. Первое Коринфянам, 13 глава и 4 стиха. Перечисление качеств любви. Первое качество любви. Первое. Какое первое, самое важное качество любви? Любовь первое, самое важное, долго терпит. Послушайте. Вот первое, с чего начинается Родина? Любовь с чего начинается? Она долго, 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 долго терпит. Она терпит долго. Когда ты даешь клятву, я обещаю любить тебя до конца жизни. Я люблю тебя. Это значит, я буду тебя терпеть долго. Смотрите на это. Смотрите, любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь милосердна. Вы знаете, что такое милосердие? Это сострадание, это участие, это, это когда ты, ты готов служить безвозмездно. Когда ты договариваешься, ты мне, я тебе, это не любовь, это контракт. Любовь долго терпит. Я согласен терпеть. Второе. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Настоящая любовь не завидует. Она радуется. Она радуется, когда у кого-то успех. А, о, у вас вот это, о, у нас тоже будет. о, вот это, вот это. Как я помню, мы там приобретали здание, и один пастор подошел говорит: ну как ты рад? Он говорит, мы тоже купим здание. Я говорю, конечно, купите, слава Господу! Но за нас тобой рады. Он говорит, рад, рад, я. И такое ощущение, что он как будто ненавидел меня. Любовь не превозносится не гордиться. Вот в одном стихе, вот стихом выше, еще раз, в одном стихе заложена такая энергетика, долго терпит, милосердно, независтливо, не превозносит, не ставит себя выше. Когда кто-то начинает себя ставить выше, я лучше тебя знаю. Ты понимаешь, брат, я разбираюсь лучше тебя. Когда мне один пастор так начал говорить, я разбираюсь лучше тебя. Я говорю, да ты что, какой ты умный. Говорит, конечно, я столько институтов закончил, всяких там каких-то... И он уже бакалавр, и какой-то магистр, я смотрю на него, улыбаюсь. Я говорю, ну ты, наверное, великий мудрец, мудрейший из мудрых. Любовь не превозносится. Она не ставит себя выше, она не ставит себя лучше, она не ставит себя над кем-то. Не превозносится, не гордится. Смотрите дальше не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Знаете, иногда вот злые мысли, что тебе какую гадость такую сделать, чтобы ты, чтобы ты... Она не мыслит зла. Любовь не замышляет, не планирует зло. Вообще, если у вас приступы злобы бывают, это да, очень отвратительно, если у вас есть приступы злобы. Это неправильно, это значит не люби. Любовь да. нужно достигать. Не мысли зла. Шестой стих. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Некоторые говорят, а что это что значит? Я в другой перевод. Не радуется неудачам, а сорадуется успеху. Одни из переводов вот так говорят. Мне так понравилось. Многие говорят, а, получил, вот так, я же говорил. А сорадуется истине, это когда ты радуешь что кто-то другой получил успех. Кто-то другой получил машину. Кто-то другой получил квартиру. Кто-то другого получил исцеление. Когда настоящая любовь радуется. Так рада. Знаете, я сегодня вообще видел мало служителей, которые говорили бы слова Иисуса Христа в своей церкви. Знаете, какие слова? Иисус постоянно говорил. Я делаю много, а вы сделайте больше а вы сделаете еще больше. А вы свет миру, вы соль земли. Сегодня так много пастырей говорят о, том, о своем предназначении, о судьбе, о том, что они, Бог их поставил. И они часто говорят, и учитель, ученик не выше учителя своего. И они как бы доминируют. Вы знаете, когда радоваться чему-то успеху, это один из признаков великой любви Божией. Ты рад, что у кого-то что-то прет. А у тебя не прет, но ты не завидуешь. Не злобливый. Я, когда, вы, вы, вы улавливаете мысли, о чем мы говорим. Ребят, мы говорим на очень важную тему. Настоящая любовь, она, шестой стих, она не радуется чужим а, а, неудачам. Вы знаете, это неправда, когда какие-то вот эти, но радуется истине. Седьмой стих. Любовь все покрывает. Послушайте. Любовь все покрывает. Прощает. Мне трудно прощать. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Потрясающе. Что значит всему верит? Такая глупая любовь, такая дурочка. Да? Такая, 2 плюс 2, 5, да ты веришь мне, ты веришь мне? Нет. Любовь верит, когда человек дает обещание, зная, что он его не выполнит, она стоит и верит, что он, он изменится, его жизнь изменится. Все в его жизни. Любовь верит. Я верю, что вы изменитесь. Хотя многие на вас крест поставили, я верю, что Господь сделает чудо в вашей жизни. Я верю, что Бог, что Бог, что Бог настоящий Бог, и Он по-настоящему тебя коснется, и по-настоящему сделает чудо в твоей жизни. Я верю, что ты изменишься. Аминь. Слава Господу. Дальше. Любовь никогда не перестает. Восьмой стих. Никогда не перестает. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчество прекратятся, языки ум, и знание упразднится. Любовь вечная. Итак, сегодня мы говорили о второй составляющей успеха христианской жизни. Любить ближнего. Безвозмездно, без каких-то условий, без условий. Любить ближнего не конфетной любовью, Конкретная любовь. Я тебе дам конкретку, ты скажи, что ты любишь меня. Любить ближнего это настоящая коммуникация. Я люблю ближнего. Я люблю, люблю вас, домоверовцы. Все, кто в доме веры. Я сейчас посмотрю, что вы там пишете, дорогие мои. Там все пишут, 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 все здороваются, потрясающие слова пишут: любить нужно. Аминь. Знаете? Как? Конечно же, нужно. Аминь, но про это мы и говорим. Любовь превыше всего. Нуну -ну из Греции пишет. Любовь доверяет. Шалом пишет Ольга из Тимиртау. Любовь вдохновляет на жертву, вдохновляет на подвиги ради нашего дорогого, любимого Господа. Любовь вдохновляет. Аминь, Ольга. Пусть Бог благословит тебя. Лариса говорит Аминь. Смотрите, все пишут. А, а, так я пытаюсь прочитать. Пастор Максим, просто вы просто благословение. Ой, Алина, ты просто молодец. А, вы своим доверием повлияли а, на мою жизнь. Ведь меня почти почти немного забыли. Ой, никто тебя, Алина, мы не забыли. Бог тебя не забыл. Love you too из Лондона. Спасибо, Ольга. Аминь Ну, слушайте, такие слова потрясающие пишите Пусть Бог благословит вас Я очень ценю и благодарю Итак, сегодня у меня была вторая часть Когда мы говорили с вами об успехе Мы говорили о любви ближнего. Потрясающая, потрясающая составляющая Вот на этих двух а, заповедях укладывается все Мы еще будем говорить, что нужно сделать для успеха В личном росте, в карьере Об этом будем говорить через понедельник мы говорим, встречаемся с вами все дни недели, кроме понедельника и субботы. Все дни недели. Пусть Бог благословит вас. Очень ценю, очень благодарю и благословляю вас. Драгоценные, благословляю вас и во имя Иисуса молюсь. Господь, пускай наши сердца будут открыты, и наш выбор, наше решение любить ближнего, пускай будет очевидным, сильным и мощным. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да укрепит тебя Господь во имя Иисуса Христа. Аминь. Я благословляю вас, драгоценные. У меня остаются последние минуты. Я хочу поблагодарить в конце за ваше партнерство. Мы собираем на видеокамеру финансы. Мы собрали 1455, вы сейчас вы видите на экране. И если у вас есть желание поддержать, пройдите на наш веб-сайт. Сейчас на экран выводим и веб-сайт. Вы видите на экране этот веб-сайт. Пройдите и сделайте ваше участие с нашей видеокамерой. Мы уже больше половины собрали. Больше половины собрали. И если у вас есть возможность, карточка виза там, или еще какая-то, поддержите нас. Пусть Бог благословит вас. Очень благодарен Богу за каждого из вас, за ваше участие. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господом. У нас все вместе получится. Вместе мы можем сделать великие дела благословляю вас, ценю, дорожу вами, дорогие мои, дорожу каждому из вас. Пусть Бог благословит вас обильно. Пускай Бог направит и поддержит вас. Пускай Бог совершит великую работу в вашей жизни. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас, ценю и дорожу каждому из вас. Спасибо вам за ваше, за ваше терпение, за вашу любовь, за вашу веру. Спасибо за то, что вы делаете возможным вещание телеканала. Спасибо каждому благословляю вас. Я прощаюсь с вами, встретимся с вами через несколько дней. Спасибо за партнерство, ценю вас. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиэнэл и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.